Здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать, используя прекрасный солнечный день, о том, как нужно ухаживать за изделиями, которые находятся внутри микросферы. Итак, микросферы, они изготавливаются из полевого шпата. То есть, в зависимости от того, где добывается этот полевой шпат, он имеет разный состав. Итак, состав из одного микросферы делают натриево-боросиликатные, другие микросферы изготавливают кальциево-боросиликатные, а третий вид калиево-натриевые с кремнеорганическим покрытием. Но фактически это камень, который превратили в стеклянные малюсенькие микросферы от 20 до 200 нанометров. Итак, эти микросферы однозарядные. И таким образом, когда вы берете это изделие после того, как оно полежало на солнце, оно пушистое, мягкое, лучше любой пуховой подушки, потому что идеально плаваете лежа на этой подушке. Но потом, к сожалению, полежав буквально полчаса, вы заметите, как она постепенно твердеет и у некоторых превращается буквально в камень. Остается ямка от вашей головы, шеи и плеч, а на самом деле все вокруг превращается буквально в камень. Не переживайте по этому поводу. Подушка работает информационно. Микросферы соединились в различные кристаллы, которые в этот момент именно вам индивидуально помогают на информационном уровне. И поэтому не нужно подушку сразу прикладывать к батарее или выкладывать на солнце, чтобы она была мягкая. Таким образом вы замучаетесь. Это будет через каждые 15-20 минут. Но воспользуйтесь тем моментом прелести, удовольствия, когда эта подушка свежая после солнышка ложится под вашу голову или на ваше тело. Она мягкая, приятная. Дети очень любят играть в этот момент с такой подушкой. Итак, она как живое существо, как живой котенок. Мягкая, теплая, пушистая. Итак, она будет такой, если вы каждый день после того, как воспользовались, выкладываете, уходя на работу или на улицу, в магазин, на прогулку, выкладываете это изделие обязательно на свежий воздух, на солнце, для того, чтобы она просохла, потому что вы спите, выделяете пар, и стекло запотевает, там остается влага, и влага, натяжение влаги делает эти микросферы склеивающимися. Второе, вы перезаряжаетесь, потому что смотрите телевизор, пользуетесь электрическими приборами, ваша жидкостная среда частично перезаряжается и поэтому начинает склеиваться в крови, кровяные тельца и в других отделах вашего организма, в межклеточной жидкости и так далее, тоже происходит слепливание различных частей жидкостной среды. И для того, чтобы эти перезарядка ушла, микросферы на себя ее забирают и из пушистого существа превращаются в вот такое колючее, твердое изделие. Это происходит только потому, что ваша кровь становится жидкой, ваша межклеточная жидкость начинает питаться кислородом и сбрасывает плюс со своих клеток. И таким образом это спасение от воздействия цивилизации. Мало того, когда мы лежим на этом изделии и от того, что инфракрасное наше излучение, попадая в эти микросферы, возвращается нам, получается, что у вас физиопроцедура инфракрасным излучением, которая возвращается частично в виде стоячей волны и таким образом становится для вас уникальным, терапевтическим и помогающим восстанавливать ваш организм и снимать воспалительные процессы, где бы они ни были, в позвоночнике, у вас в кишечнике, в голове. Очень хорошо заживляются раны, ожоги и ушибы. Итак, снимаются различные боли. Посмотрите, вот я постирала очки, они требуются гораздо более частого ухода, поэтому лучше, конечно, их использовать с чехлом. Но вот я их постирала, выложила на солнце, они уже фактически высохли. Вот подушка. Вот она уже полежала здесь, и вы видите, какая она, совершенно псевдожидкость. Такое ощущение, что там налита вода. Видите? Вот.
А теперь, если я положу ее и даже положу свою руку, она начнет твердеть. Но самое главное, вы видите, она идеально принимает форму, что очень полезно для кровотока во время сна вашей головы. Итак, вот, например, универсальные аппликаторы. Они тоже нуждаются в ежедневном уходе. Я их одеваю на ноги для того, чтобы кровоток ног ночью был хорошим, для того, чтобы судорог не было, для того, чтобы различные процессы эндокринной системы работали хорошо и давали микроэлементы для моих мышц, костей, связок. Итак, потом вот маска. Я ее надеваю, на часовую процедуру делаю, после того, как делаю на ночь кремовую маску, и одеваю ее. Вот. Затем она нуждается, естественно, в том, чтобы ее стирать и сушить. Итак, и корсет, мой любимый корсет, который я тоже одеваю на ночь. Правда, вот здесь я вырезала, была ткань, я ее вырезала, оставила только тесемку, ну, чтобы было менее жарко и чтобы была возможность носить иногда и на улице, чтобы более по телу было приятно и не очень меняло структуру моего корпуса. Но в основном я сплю в этом изделии. Вы видите, что его можно прекрасно использовать даже как матрасик вдоль всего позвоночника, что очень полезно для позвоночника. Итак, таким образом вы видите, что все изделия, которыми я сегодня пользовалась ночью, лежат теперь на солнце и принимают процедуру от того, чтобы прийти в себя после взаимодействия со мной. Ну, а у меня, естественно, благодаря им прекрасное состояние. Итак, желаю вам здоровья и правильного пользования, используя солнце нашими изделиями. Всего хорошего!